Действительно, да, я действительно делаю это с удовольствием, а вот насчет того, как меня с удовольствием слушают, посмотрим. Обнинск — это единственное место, где я могу реализоваться как исполнитель. Действительно, получилось так, что когда все делили репертуар Виктора Семеновича Берковского, я стоял в сторонке и в этом участие не принимал, думая, что на мою долю останется. Я не ошибся, на мою долю осталось то, что не взяли другие. Поэтому, во-первых, все эти песни будут довольно печальные, которые я спою, потому что исполнители, видимо, любят песни веселые. Ну или, по крайней мере, значительная часть хитов, она ушла. А это вот не хиты. Это такие песни, которые, я считаю, для творчества Берковского очень характерны, неотменимы никак от него. Первая песенка, наверное, является самой известной из этих трех песен, стихи Роберта Рождественского, «Марк Шагал». Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно: тружусь и хвораю, в Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит какой-то нездешней далекостью дышит. Пытаясь до детства дотронуться бережно, и нету ни кан, ни лазурного берега, ни нынешней славы легко и растерянно. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его пропыленный и жаркий, приколот к земле калачою пожарной. Там свадьбы и смерти, моления ярмарки, там зреют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по городу катит. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги наитишку, темнеет, и жалко, что я не из Витебска.